Новые неуправляемые POE-коммутаторы Trasir второго поколения могут подавать питание к устройствам по Ethernet на расстоянии 250 метров. На выбор представлены две модели с 4 и 8 POE-портами. POE Switch Trasir стабильно работает при влажности от 5 до 95%. В новом поколении мы обеспечили грозозащиту в стандартном режиме 2 кВ и в дифференциальном режиме 1 кВ. Также в устройствах второго поколения присутствует защита от электростатического разряда. Модель с 4 портами оснащена разъемом для противокражного замка, а также на корпус коммутатора добавлены пазы для удобной инсталляции на стену. На все модели коммутаторов Trasir мы предоставляем гарантию 2 года. Более подробную информацию о данных коммутаторах и других наших продуктах вы можете узнать на нашем сайте dssl.ru. Ссылка, как всегда, в описании.